Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена, и вы на канале «Волжский сад». По вашим просьбам показываю, что это такое цветет ковром, то желтым, то розовым, когда я показываю наши гортензии. Дорогие мои, это очитки. Название их я не знаю. Со мной поделились. Дали каждого сорта по одной небольшой деляночке несколько лет назад. И вот так они разрослись. Я каждый год делю разросшийся очиток и отсаживаю. Он нарастает, я опять делю. И так происходит постоянно. Что я могу о них рассказать? Абсолютно неприхотливый многолетник. Зимостойкий, засухоустойчивый, не требующий никаких удобрений и еще не болеет. У меня он выполняет заполняющую функцию, то есть прикрывает землю. Спасает ли он от сорняков? Частично да, но не полностью. Местами сорняки все равно прорастают. Цветет приблизительно около 3 недель. Как вы видите, ковром. Выглядят очень красиво. После цветения желательно срезать цветоносы. Если вы этого не сделаете, ничего страшного не произойдет. Они засохнут, будут выглядеть менее эстетично, а ближе к осени сами отвалятся. Очитки предпочитают полное солнце, на нем растут намного лучше. У меня очитки посажены как на солнце, так и под крупными деревьями в тени. Даже есть в приствольном кругу березы у самого ствола. Везде растут, везде цветут, но на солнце однозначно лучше. У нас в саду очень много различных многолетников. В этом году постараюсь вам их все показать. А вы были на канале «Волжский сад». И на сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!